Всем аннён, это Хэйон. Сегодня приготовим одну закуску из корейского сериала «Игра в кальмарах». Я этот сериал за один день весь просмотрела, очень интересно было. В сериалах показывают разные корейские игры, и одна из них называется «Тальгона» либо «Сольтангбопки». Можно перевести как вытаскивание сахара. Есть круг, и в нем сделана какая-то фигурка. Фигурки могут быть разными. Цель игры – отделить фигурку от круга. Я тоже в детстве в эту игру играла рядом со школой. В то время я просто сразу ела, не играла, потому что не поняла смысл игры, потому что это еда, а надо есть, а не играть. Но в сериале, если плохо играется, тогда сразу убивают. Чтобы приготовить, нам просто надо взять сахар и сода. И все. В Корее прямо такой набор продается для этого сахарного круга тальгона. И сейчас, насколько этот сериал популярный, и люди с ума сходят, и много покупают. Короче, на него готовить, на него положить и с ним спрессовывать. И с ними фигурки сделать. У меня есть такие примерно. Ну, не как в сериалах. Интересно, тут тачка есть. На самом деле, без такого набора можно готовить эту закуску при помощи поварёшки. Раньше мы так готовили. Сразу готовим. Одну столовую ложку сахара. На самом деле, это очень долгое время занимает, где-то 3 минуты. Вот-вот-вот, тает потихоньку. Нужно хорошо регулировать огонь. Вот так, вот так, вот так. Когда вот так немножко прозрачной становится, сразу соду добавим, совсем чуть-чуть. На самом деле это легко готовить, но тяжело сделать фигурку. Вот посмотрим. По-моему, сейчас уже больше 10 раз попробую, но это очень сложно делается. Тяжело научиться. Сейчас много корейцев готовят это дома, но все говорят, что очень сложно делать это фигурки. Делать фигурку – это просто игра в кальмара, это жесткий. Поэтому рекомендую не готовить дома. Это просто сахар с содой, поэтому ничего особенного. Но немножко вкуснее, чем есть сахар с содой, но... Наконец получилось! Еее! Очень удачно. Это все удача, я бы сказала. В сериале давали иголку, но я без нее играла. Просто нужно зубами либо руками. Вот. Угу. Самолет. Угу. Угу. Нормально. Получилось. Если получается, обычно давали нам еще один тальгона. Вкусно. Видите? Тун-тун-тун-тун-тун-ру-ру-ру-ру. Сердечки. Очень хорошо получилось.
кто молодец, я молодец. Несмотря на то, что это вкусно, но я не рекомендую вам готовить, потому что это, во-первых, сложно делать фигурку, и, во-вторых, сахар жалко, третий, можно ожог получить. Вот тут у меня неудачные много сахарный круг, мне их очень жалко, поэтому буду готовить дальгона латте. Это очень вкусно. Вот туда положим и уничтожаем. И молоко добавим. Вы видите, далгона очень быстро тает в холодном молоке. Уже немножко желатистое молоко получилось. Очень вкусно. По-моему, это вкуснее, чем просто так есть. Я думаю, что это можно легко дома приготовить. Тогда, 안녕!